Всем привет! Сегодня я столкнулся с такой проблемой. Двигатель Лефан 6,5 лошадей стал гнать масло у нас через датчик масляного насоса. Вот у нас здесь. Вот он. Есть датчик маслонасоса. То есть показывает, когда масло кончилось, двигатель просто берет и глохнет. Пробило резинку на этом датчике, масло летит все наружу. Поэтому придется раскалывать сейчас двигатель, разбирать. И смотреть, что там да как. Сначала скручиваем все болты. Это у нас, по-моему, болты на 10. Да. Берем. Ух ты, хорошо затянут. Во. Так. Крышечка, конечно, прикипела. Скорее всего, она еще стоит на направляющих. Но ничего страшного. Во. Пошла, родимая. Снимается, конечно, тяжело, но все-таки лучше, чем на советских моторах. Был бы этот мотор советским, мы бы без точного молотка не справились. Так, уже начинает виднеться коленвал. Что ж такое-то? Вот у нас, собственно, внутренности нашего мотора. У нас и есть этот датчик маслонасоса. Вот он. Вот, собственно, сам датчик. Вот место, откуда пробило у нас масло резиночку. Так, у нас есть там еще второе место крепления этого датчика. У нас болт там на 15. Вот так, в принципе, выглядит сам маслодатчик у нас. Вот в этом месте. У нас вот эту резинку просто-напросто пробило. Поэтому, я считаю, это лишние запчасти. Мы их уберем. Теперь вот на это место, вот оно здесь у нас, нужно поставить заглушку. Чтобы заглушить отверстие, был изготовлен
Вот такой вот болт. Немного сточена шляпка. И болт, десятка М10, обычный стандартный. И резинка, вот она, собственно, с самого датчика маслонасоса. Поэтому сейчас попробуем закрутить. Посмотрим, что будет. Вот такой вот. А вот, собственно, родной. Резинка снята с самого болта маслонасоса, с этого маслодатчика. Данный болт идеально подошел. Теперь берем сам болт. Берем наш любимый красный герметик. И промазываем резьбу на болте, не жалея герметика. Так вот, все жирненьким слоем. Теперь засовываем болт в отверстие. О, засунули. И остатки герметика собираем, чтобы у нас, не дай бог, никакой канал не засорился. Так вот. Собрали остатки герметика. Поворачиваем мотор. Ставим гровер. И гайку. Вот, собственно, мы и заглушили технологическое отверстие болтом. Ничего сложного лично я в этом не увидел. Сейчас мы берем герметиком красным для прокладок, промазываем вот эту крышку. Поэтому устанавливаем на законное место крышку и пробуем, что у нас вышло. Легенькими ударами, резиновой ручкой силовой отвертки, устанавливаем на законное место крышку. Советую притягивать по диагонали, чтобы крышка села на свое место ровно, в дальнейшем не было никаких утечек масла и так далее и тому подобное. Вот, собственно, двигатель собран. Сейчас залью масло здесь, прямо на столе. И установлю на свой мотороллер. Думаю, как заливать масло, никому показывать не нужно. Поэтому всем спасибо за просмотр.
и до скорых встреч.